Сегодня ночью Кыргызская олимпийская сборная по дзюдо вылетает в столицу 31-х Олимпийских игр Рио-де-Жанейро. Они пройдут с 5 по 21 августа. У Кыргызстана по дзюдо две лицензии – у Отара Бестаева и Юрия Краковецкого. Сегодня завершилась их последняя тренировка в Бишкеке, на которой побывал Алтынбек Талантбеков. Главным успехом для 25-летнего дзюдоиста Отара Бестаева в этом году стала лицензия на участие в Олимпийских играх в Рио. Завоевать путевку на Олимпиаду Отар смог в непростой конкурентной борьбе. Каждая схватка имела свои очки. К примеру, на Гран-при 300 очков, на Гран-слэм 500 очков, на Кубках Европы по 100 очков. И с помощью того, что мы завоевывали как бы призовые места, мы набирали определенные очки, и как бы хватило это для того, чтобы завоевать лицензию на Олимпийские игры. 5 августа официальное открытие Олимпиады. Уже 6-го у Отара первый выход на татами. Борца подбадривает тренер, который уверен, что Отар принесет в копилку сборной новую медаль. Человек, который едет на Олимпиаду, как бы без боевого настроя, я думаю, туда нету смысла ехать. Настрой, конечно же, боевой. Будем биться, будем стараться оправдать в первую очередь и свои надежды, и надежды нашей республики. У него есть все возможности это завоевать, так как все соперники, именитые 60 килограмм, он уже боролся. Практически у всех выигрывал. И у призера мира, и у чемпиона мира. Только те, что осталось за удачей. Если удача будет сопутствовать на Олимпиаде, то он принесет нашей родине медаль. Побывать в Рио-де-Жанейро было мечтой Бестаева. И вот она осуществилась. Так, первый номер. Приготовились. Это последняя тренировка перед Олимпиадой, которая проводится в Бишкеке. Мы поспешили научиться приемам дзюдо. Возможно, у будущих олимпийских чемпионов. Это учукоми, важнейший элемент тренировки. Это первый шаг для того, чтобы сделать хороший бросок. Кыргызстанцы возлагают на Отара Бестаева и Юрия Краковецкого большие надежды. Завтра днем спортсмены будут уже в Рио. До 5 августа они будут проходить там процесс акклиматизации. Ну, у нас получилось всего две лицензии, к сожалению, да? Но вот Отар Бестаев, если бы там чуть-чуть не хватило всего 18 очков, так бы еще одна была лицензия, еще была бы у Залоева у Володи. Мы прошли хорошие, очень хорошие два сбора, три сбора, вернее, базовые на Иссык-Куле. Юрий Краковецкий, там 18 дней были у нас в «Авроре». Потом объем схваток набирали в Барселоне, в Испании. Путевки на 31-е Олимпийские игры в бразильском Рио-де-Жанейро завоевали 19 кыргызских спортсменов. Пожелаем им удачи. Алтынбек Талантбеков, Азамат Кыдыртоктоев, Общественный первый канал.